начну с хороших новостей, которые пришли от родных маленького ноябрьца Кирилла Лукичева. Сбор средств на лечение малыша, я напомню, у него тяжелая форма рака, остановлен. Собрать удалось свыше 6 миллионов рублей. Этих денег должно хватить на операцию по удалению опухоли. Об этом нам сегодня по телефону рассказала бабушка Кирилла Татьяна Гончарова. Кирилл с мамой, они приехали сейчас из Германии, где пробыли 10 дней и прошли обследование. Врачи в Германии сказали нам о том, чтобы максимально сохранить ребенку жизненно важные органы. Желательно, чтобы это образование опухоли уменьшилось еще. Поэтому они сейчас пройдут 2 курса химиотерапии в Екатеринбурге, в детском онкологическом центре, и опять улетят на Германию. Там уже, я думаю, что все у нас случится, и прооперируют, и скажут, что подарят нам хорошие новости. На сегодняшний день необходимо. Необходимая сумма у нас собрана. Нам помогли собрать эту сумму в фонд поддержки детям Емине, который перечислил нам на днях 2 миллиона. И поэтому у нас все состоялось. Нам очень помогли и организации нашего города. Я очень благодарна родителям и сотрудникам своего детского сада, где я работаю, «Аленький цветочек», за их помощь, за их вклад. Откликнулось очень много людей и маленьких предприятий. Огромное спасибо всем, кто помог нам в этой ситуации.